В IT-парке имени Башира Рамеева при поддержке властей Республики Татарстан и молодежной организации «Движение первых» прошло открытие фестиваля «Атом плюс» – масштабного мероприятия, которое позволило студентам и педагогам учреждений среднего профессионального образования ознакомиться с возможностями, которые представляют партнеры фестиваля. Ключевым спикером церемонии открытия стал Тимур Сулейманов, помощник раиса Республики Татарстан и руководителя «Движения первых» в регионе. Задача «Движения первых» – это знакомить детей, подростков, молодежь с теми возможностями, которые сегодня есть в стране и в Республике Татарстан, где бы они могли свои знания применить. Сегодня мы подписали соглашение с корпорацией «Росатом», и мы планируем, начиная с детского возраста, эту траекторию научного развития выстраивать для детей и подростков в нашей республике. В рамках мероприятия была организована научно-просветительская программа, включающая проведение лекций и мастер-классов. Их ключевая цель – познакомить представителей педагогического сообщества с актуальными научными и практическими тенденциями и методиками, которые могут повысить мотивацию обучающихся к научно-исследовательской и инженерной деятельности в атомной сфере. Ведь в приоритете, конечно, выстраивание прямой коммуникации педагогов и студентов с популяризаторами науки. Для нас очень важно вовлекать молодежь Татарстана в все наши активности, которые сейчас в виде проектов мы развиваем на двух предприятиях. Будет прекрасно, если мы сегодня сможем говорить более подробно возможности в целом «Росатома». Помимо Казани, фестиваль проводится в Калининграде и Челябинске. В столице Республики Татарстан собрались около 300 педагогов и студентов колледжей и техникумов. Вместе с представителями атомной отрасли и научными деятелями они познакомились с актуальными теоретическими и практическими трендами в изучении инженерной деятельности в атомной сфере. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.